Корфбол Крика СТМ Валикман Кфота ФИБА Европ в третьем туре отборочного турнира чемпионата мира по баскетболу сборная Эстонии проиграла в гостях Греции 75-87, 29-35. В нынешнем отборочном цикле поединки национальных команд проходят параллельно с матчами Евролиги, поэтому греки не досчитались несколько исполнителей. Однако на ходе встречи это обстоятельство не сказалось. В другом матче группового турнира Израиль обыграл дома на своей площадке Великобританию -82, 75, 43, 44. Первый круг отборочного турнира выиграла Греция, одержавшая 3 победы. За ней в турнирной таблице расположились Израиль 2, Эстония 1 и Великобритания 0. В следующий раунд квалификации выходят 3 лучшие команды из группы. 25 февраля эстонские баскетболисты принимают в Таллине Израиль Лив Джорнал.